В борьбе за футбольное золото страны «Шериф» принимает новый вызов. Схватка с амбициозным новичком национального дивизиона. 20 августа в 20:00 «Шериф» против темной лошадки чемпионата. «Спикула» из Кишкерень. Не пропусти интригующий футбол на малой арене спорткомплекса «Шериф». Билеты стоимостью от 10 рублей можно приобрести в платежных терминалах Агропромбанка, на сайте biletpmr.com и в кассах спорткомплекса.